Я только что видел лису. Так. Она несла половину зайца. Вон она, мы ее поймаем. Вон она, смотри. Доброе утро! Сегодня у нас первый день съемок Ride the Planet. Мы находимся в Каталонии, Испания, местечко Вальдебои. Ну или по-русски можно перевести как Долина коров. Наша тачка на сегодня Defender, которая нас, я надеюсь, забросит на самый верх, где снег. Берем с собой много вещей, довольно большие, скажем так, рюкзаки. И еще всяких запасных деталей, потому что возвращаться, если что, будет очень далеко. Видели, наверное, в Москве там хычинная номер один, хинкальная номер один. Здесь тоже такси номер один. Вальдебои. Компуеш один. Крампуеш. Ну, вообще лучше еще. Get. Let's go. Перепаковались, ребята тоже сели, гоним наверх. Видите этот маленький кусочек снега? Он стал причиной, по которой дальше ехать нельзя. Довольно прохладненько, наверное, где-то градусов 2-3. Но в целом здесь можно кататься на доске. Надо спустить прокор, чтобы он не взорвался на высоте. Вот уже полтора часа мы идем вверх. После тачки полтора часа. И осталось немного в целом. Минут 30 еще. Продолжаем пешить вверх. Руки просто отмерзли. Очень сильный ветер и походу все-таки ноль или... ниже ноля где-то. Короче, дубак. Надел на себя все, что у меня было. Термуха, джерси, кофта, куртка. И то холодно. Проверили снег. А то тут антиуклон. Не хотелось бы туда уйти. Ну, вроде можно проехать. Можно даже прыгнуть. Но это, конечно, вряд ли. Записывай. Записывай. Давай, бей. Погнали! Погнали! А как же на снежок? Уже тепленькую кроватку, а не вот это вот все. Ладно, шучу, на самом деле офигенски.
Петян где-то пропал. Надеюсь, все окей. Я дрогнул в снег и прям сразу такой. Погнали! Мама, мы едем! Еду. Камни здесь просто как лезвие. Чуть-чуть задел и сразу порез. Сейчас будем чиниться. За один проезд всажен обод. Сколько? Три раза, по-моему. Вот одно из них прям очень хорошее. Я сделал. Поставил жгут. И еще один прокол. Петян сегодня во время съемок весь день возил банку горошка. Мало тебе. Плюс еще бутыль энергетика и 1,5 литра воды. Вилку не могу найти. И вилку еще ищет. Вилка какая? Железная, надеюсь? Из дошика. Петян готов к любой ситуации. Идем вверх дальше. Сегодня мы уже сделали порядка 800 или 900 метров набора. Слушай, нормально вообще. Петян ест. Я вновь качаю колесо, потому что у меня вылетел жгутик. Причем пока я просто шел. И очень интересная затея была. Поехать сниматься в горы не на Дунхиль, на резине. И сниматься в плюс 5. Спускаемся домой. Пальцы опять замерзли. Съехали по фрироиду. Тачка греться бы хотелось уже. Я только что видел лису. Так. Она несла половину зайца. Вон она, мы ее поймаем. Вон она, смотри. Петян охотится на лису теперь. Мне кажется, она направо ушла. С зайцем интересно или уже без? Вот и прошли
12 часов сегодня в съемках. И мы едем домой. Все, всем пока. Увидимся на канале.